Привет, дорогие друзья! Я хочу вам рассказать о одном из способов народных средств, как избавиться от моли. В общем, на сегодняшний день очень много каких препаратов продаются, конечно. Многие люди пользуются, брызгают, но моль как такова, она прячется в укромных местах и пожирает потом шерстяные вещи. Ну и не сама моль пожирает, а пожирают ее личинки. Она откладывает личинки, дело в том, что и они питаются. Шерстяные вещи очень любят. Поэтому это шубы, воротнички. Это их любимое лакомство. Поэтому берем, мы покупаем гвоздику. Гвоздика отпугивает моль. В общем, берем такие, можно с ткани шить небольшие мешочки. Покупайте гвоздику, перемалывайте ее в блендере и такими шьете небольшие мешочки и раскладываете, в общем, в тех местах, где у вас хранится шубы, полушубки, в общем, где хранятся вещи. Таким способом вы будете ее отпугивать, и вам проще будет ее уже в помещении уничтожить, потому что моль прячется в укромных местах. И вы когда побрызгаете даже и раптором или дихлофосом, она все равно прячется в этих местах, и вам как бы тяжелее ее вычислить. Поэтому советую как лучшее средство, чтобы их моль отпугивать. И тем не менее, вот, такое средство самое лучшее. В общем, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.